Вот такой у нас вид из окна. Это арка называется арка Сен-Дени. Построена Людовиком XIV. То есть она ведет в Лувр. То есть и задумка была такая, что император своей резиденции по этой главной улице оттуда ехал до Лувра. Вот через эту арку. Красивая. По этой дороге метров 500 туда тоже есть арка, называется Сан-Пьер. Вот, но она построена раньше, и такая она красивая.